Короче, один очень крутой художник нарисовал меня в стиле героев комиксов, так что я не мог вам об этом не рассказать. И, кстати, он делает арты на заказ, так что, если что, ссылочку я оставлю в описании. Привет, народ, с вами я, Алекс. Вот честно, очень много людей задают вопрос, за сколько же можно научиться горизонту. Сейчас мы поговорим на эту тему, и думаю, многим это будет интересно. Итак, за сколько же можно научиться горизонту? Все зависит от нескольких факторов. И первый – это ваша начальная подготовка. Нужно понимать, что горизонт – это непростой элемент. И умея подтягиваться 10 раз, рассчитывать на то, что вы его быстро выучите или вообще выучите, не стоит. Этого не будет. С этого вывод, вам нужно поднять свою ОФП хотя бы до 25 подтягиваний и 50 отжиманий на брусьях. Дальше, второй фактор – это ваша генетика, ваш рост и вес. Понятное дело, что человеку, весящему 100 кг, высокому и с длинными тяжелыми ногами, тяжело будет научиться горизонт. Сказать конкретное время, за сколько можно научиться горизонту, конечно же, нельзя, что некоторые люди не понимают, но сейчас я хоть как-то постараюсь ответить на этот вопрос. Итак, теперь к самим цифрам и срокам. Допустим, вы совсем новичок, вы хотите научиться горизонту, но вы не можете подтянуться даже 10 раз. В таком случае вам надо укрепить ваши связки и те мышцы, которые нужны для удержания горизонта. Это плечи, трицепсы, спина, грудь и мышцы кора. С таким низким уровнем на это у вас уйдет примерно полгода, плюс 1-2 месяца на освоение самого горизонта. То есть минимум 8 месяцев вам понадобится, чтобы научиться горизонту с таким низким уровнем. И это при условии, если вы будете усердно и регулярно заниматься. И кстати, плюс еще 2-3 месяца, чтобы освоить full plank, что есть полноценный горизонт ноги вместе. В целом это примерно 10 месяцев. То есть почти год. Так, теперь случай, когда у вас уже есть нужная физическая подготовка, осталось только тренировать горизонт. Здесь дела обстоят намного радужнее. Регулярно делая подводящие упражнения, а главное, как можно чаще делая попытки самого горизонта, на его изучение уйдет примерно 2-3 месяца. Плюс также 1-2 месяца на изучение full планша. Повторюсь, все эти цифры относительные, и даже примерно сказать, особенно для всех, невозможно. Ведь все мы разные, у всех разная мотивация, у всех разный подход к тренировкам. Я вот, например, вообще не тренирую горизонт, но вот так я делаю его сейчас. Но вскоре я сделаю эксперимент «Неделя горизонта» и посмотрим, как я спрогрессирую с помощью усердных тренировок за эту неделю. А напоследок я хочу сказать, что все зависит только от вас и от ваших стараний. Какие действия, таков и результат. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был я, Алекс. Пока-пока.